Наш город хорошеет и преображается с каждым днем. Это современный и удобный для жизни мегаполис. Москва сегодня не уступает, а в чем-то даже превосходит лучшие мировые столицы. И это касается не только Москвы. Россия в целом очень изменилась за последние годы. В нашей стране стало возможным достойно жить и работать. Но так было не всегда. В моей жизни был опыт, который повлиял на мою оценку происходящего. В первой половине 90-х в результате развала госторговли была разрушена так называемая система северного завоза. Я участвовал в поставках продуктов питания в регионы Крайнего Севера. В стране все было поставлено на коммерческие рельсы, и перевозкой грузов занималась военная авиация. Больше всего меня потрясло, что борта грузили офицеры-летчики, а это элита любых вооруженных сил. Тогда я понял, что этот факт является тяжелым диагнозом для нашей страны. Это системный сбой, и страна тяжело больна. Сегодня все мы знаем, какой стала наша армия. Теперь мы в полной мере можем гордиться Россией. И не должны забывать, сколько усилий потребовалось для этого. 18 марта у каждого из нас будет возможность поддержать поступательное развитие нашей страны. Возможность повлиять на свое будущее и будущее своих детей. Я считаю, что наше будущее стоит того, чтобы истратить полчаса своего времени и 18 марта прийти на избирательный участок, чтобы проголосовать за достойного кандидата.